Хочешь через лока хили? Ну какой-то лок. Нет, через лок. Только скажите, пожалуйста, не кока. Какой лок? Надо именно лок. Локи, кто с доспехом будет? Плюсик, поставьте, кто с доспех включит локи. Быстро двигался. Опа. Да ну третий его. Не, ну сейчас уже не смешно. Ладно, все, я молчу, извините. Извините, без подъема. Какую сторону пулит? Блять, мы РТ вводим или просто все прикалываемся во флудинг? Вообще-то вот сейчас идет, вы бьете мобов. Во время РТ я никогда не... Я всегда молчу во время РТ. Время РТ — это от начала, когда мы зашли в рейд, и до конца. Ты сейчас будешь? Где твой муж? Ты его съела? Курить пошел. Ты его съел. Господи, дай ему кто-нибудь мут, а? Я дал. Топа-топа, блин. Когда трезвый, такой нормальный. Совсем спился. Последние мозги, блядь, пропил. А ведь хороший рога. Звездочка, кружок вместе летаете там. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Так, ну у нас сейчас шансы хорошие из первого трая синдром. Все желательно и РС-ку еще закрыть после этого. Ну от вас все от вас только зависит. У нас всего 3 БР, 3 СС-а, 4. Сейчас посмотрим, как на синдре будет. Если ляжем раз на синдре, это уже значит сегодня на фул не закроем. Ну, может, целка закроем. Там вы найдете спасение, герой. Так что просто сыграть. Хорошенько. Килай убила, да? Сейчас Пал еще убьет. Угу. Сейчас резко Килай. Сейчас Бога сниму. Еще, мы сейчас 2 БР отдали. Я же анонсил, что резу. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Suppressor spawned.
найдете спасение, герой. Suppressors spawned. В изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Тут не сколько так тихо, или я залагал? Залагал. Все молчали даже. Все молчали? Это хорошо. Танковод какой-то. Что, сколько? Сразу разорваем этот лут? Или конца? Пошли вниз, там на жуках разорваем. Так, ну у меня тут что? У меня тут уже 4 боешки. Накопилось, сейчас лут. Лишнюю на роу можно просто кинуть. Да, можно. У меня нет левитации, я бомж. Вот это не спасает воды. А, спасаю. Сама такая. Нет. Ужас. Бери с собой отдельный плащ. И это инженерское, зачарь там паутину. Ну, кстати, говорят. можно. Да. Хорошая идея. Пошли, заходим сразу. Переодел, спустился, обратно одел, все. Как десантник. Отлично. Да-да. Блин. Еще этот. Там кричать. Ребят, почти не так 20 FPS. Что делать? Блин, лучше не ставьте этот тотем, начинает лагать. Да, тут уже нет травмы. Особенно когда лежишь летом в пол. Тебя обгоняют. Чё обгоняет? Я нюхаю пол давно. Ох, нет. Спасибо. Ребят, меня слышно? Да, сейчас да. Отлично. Такой вопрос, ребят. Ни у кого нет желания обменяться аккаунтами, типа Хэпау на аэродробы? Вот так бы я поменял. Ну, любого аэродроба, неважно, какой там его, хоть 210-й был бы он. Чё, тебе Хэпалом не нравится играть? Перегорело, не то. Я просто всю жизнь на аэродробе играл, Хэпали так месяц, ну, не пижу, ладно, 2 месяца играю всего. Вышли с центра. Не очень. Качни аирдроп. Неохота, вот это весь прикол. Не быстрый, хочу качать. Быстрый старт возьми. Нет. А чё? Нормально? Я подождаю, что будет. Если я качну аирдроп, а у меня этот хп будет останется, то получит следующее. Мне просто заебет его одевать, и опять начну играть на хп. А если этого хп просто отдам хант, кому-нибудь. Хант, съебись оттуда, блять. Ну ты дамаг получаешь. О, как бы у меня уже не будет такого. Не будет мне тянуть играть на этом хп, то что просто тупо не будет. Вот и все. А потом да, будешь жалеть. Да нет, что хапало, нет. Ты готов быстро одеть. Ну выйдите из-под крутилок, блядь. Долго? Все, обратно в центр идем.
тебе проще было уже докачать и сразу одевать после кожи и барбака. Голда, чтоб была на боешке. Нефть небес. Уход в тень нажимайте. Ничему жизнь не учит, да? Да я меняю цель постоянно. Цепляю много целей, видишь? Те умирают. Это неправильно. Ну, не бейте так сильно. Так я еще ждал перед этим. Выжили все единицы, так сказать. Конечно. Сейчас вроде последний мелкий. Спасибо. Или еще мелкий был. А, все, открылось. Сейчас еще можно, еще шанс есть доказать. Еще, да? Кто не здоровый, не пейте сразу. Сразу боб по коту, блядь. Да, да, да. Тебе не надоело умирать, да? Да, да за что боба хватает. Ну тут фул прожимки. Фул на пул и на мордонса. Круг еще, круг. Круг бесполезно делать. Не знаю, для чего вы это делаете, просто так, наверное. Чтоб собрались скучнее. Они и так собираются. Блин. Прекрасно. Давай, даю вот время немного. Гнев небес сразу. Я дал фору, но зато не умер. Сейчас мы на форум поноем, и тебе котов будут, как и наших шипешек. Ты уже напоминаешь мне и тень убийца, и еще кто-то жалуется на меня. Ну а чё, шипа порезали, когда у них дома капнули, почему котов не порезать за компанию? Кажется, куда еще резать? Коты и так... Не такие уж были топовые. Ну а чё, шипы топовые были? А чё там думать? Тут думать много не надо топа. Топовая часть гильдии разбежалась в ЦЛК 25 гер. Всё. Тут просто думать много не надо. Они туда хотят ходить. А не топовая часть гильдии, осталось обычки закрывать. Вот и всё. Шипы часто переделывали. Они и в топе, и опять вниз, и так дальше. Они в топе всего один раз были. Да нет. Не один раз. За сколько лет играю, не один раз. Куда ты его? Куда его повел? Да я вообще шаман, блядь. Никуда не вел. А чё, где танки? Я убегал. Я как бы переодевался. Фрост резит. Блин. Да ничего страшного. Фрост резит, все дела. Ну-ка попробую. Ага, корни невосприимчивость. Ну а чё мне? Я гадать не люблю. Я подумал, как подумал. Ну, мне так кажется. Пачки вот эти, не знаю. Для меня есть одна пачка в этой игре. Хочешь ходить, идешь. Все остальные это уже не пачка.
Ты уже либо PvP-шер, либо хуй пойми кто. Если ты PvE-шер, хочешь ходить в рейд, обычку потом геру закрывать, значит ты в моей пачке. И в моей пачке не 10 человек, а побольше. Целый легион, да. Блять, для чего мы собираемся? Пронести рейд, значит в пачке. А вот эти все мелочи, это все фигня. Будешь потом писать «Войны ледяных пустошей». Да, после Синдры уже поговорите, сейчас Синдра сложный босс будет. Сейчас вот еще надо резнуть. Все что, анонсите, пожалуйста, где уже, потому что я их не вижу сейчас вообще. Ты просто бегай за всеми и все. Я так и собирался. Не пропадешь. Если вайпнетесь, так все. Грилит, вставай. Хэда спрашивает, я в ШП? Нет. Кто? ЮБ? Хэда. А, Хэда? Но просто она не вижу. Ей тяжело бегать. Так она... А. В ШПшке она хотя бы точкой сейвится. Блять. Тут... Ну давай, давай. Тут хватка не работает. ЮБ тогда вместо Тянки спегнешься. Там, когда дракон сдохнет, вот этот, в квадрат прибежите. Здесь захиливаться будем в квадрате. Нет, тут не сбивается. Ну, у нас 40 минут есть. Сбегаемся в квадратик. Захиливаемся. Дим, пожать? Ясно. Тотема уберите, если там лестницу ставил кто-то. Не, не надо. Захилим. Эх, пикси-пикси. Сочувствую. Далеко убежал. Он сказал, что на футболе больше играть не хочет. Что, мне в ДЦ? Да. Где, чё Пикси сказал? А, ИВБ, а у тебя это, полик есть? Есть. Может ты тогда в холика, я чуть в ДЦ побегаю. Если тебе не сложно. Давай. Пикси, ты где? Тут нет. Пикси. Ну куда ты отошел или что? Я что-то не пойму. Вроде не писал, что-то идет. Да, да, сапроты пьем. Иначе хуёво будет. Масло, масло. Рисите, пожалуйста, пожалуйста. Извиняюсь, по телефону звонили. Угу. Блин, я только что фласку пахнул на П. Ты кто? Кому сапроты надо? Хилам и РДДшникам больше сапроты надо. У них меньше хп. Смотрите, какой у вас класс, смотря. Если шипешник умеет тучку поражать под притяжку, то можно и без сопрота. Так, ну Мордонец, ты все знаешь. Про товар тоже все знаешь. Метка одна. На второй фазе все туда идут глыбы, когда в сторону я скажу. На взлетках вы знаете, вниз
внизу ступенек ставите 5 меток. Неважно, как, в какой фигуре вы будете их ставить, главное между собой и от этих меток 12 метров. То есть не замораживаемся. И все. Как сыграете сейчас, так и будет. Полминуты на исповедь поменять. Угу. На взлетке этот. Куда глыбы ставишь? Метки не будут? Нет, не будут. Там готово. Перед лестницей. Перед лестницей на людях с метками над головой синий такой, галочка такая показывает. Вот эти галочки между собой должны, ну вот, они должны между собой рейндж, и от них люди все остальные должны держать рейндж. Вот и все. Я тут. Маленький совет. Маленький совет. Если когда будет взлетка, лучше на лестнице не в одной куче, а рассоситесь лучше как можно подальше друг друга. Да, будет проще выносить. Да. А то часто путались рядом, там чуть не стали умирать. Она сказала, сейчас где зайдем. Там в чате. Ой. Все готовы, запуливаемся. Не сдохнуть от притяжки, не сдохнуть от бомб. Эх, история сейчас тебя выкинет. Поближе к боссу встаем, кто лагает, чтобы когда вас притянуло быстрее, больше времени было оббегать. Блоки портал там ставят, ШП тучку готовим. Готовимся, скоро притяжка. Метки вниз, друг от друга рейндж метки, не стоим, даем людям пройти, метки бьем. Танка совсем хуево все, да? Булкин, Рес и Эльнурия. Я в глыбе. Метка. Вот эти метки две стоят, какого хуя, ребята, нахуй? У вас совсем мозгов нету, блядь. Поворачивай в рейд. Зря БР потратили только. Хант, чудо-яйца, нахуй. Вы совсем бичи какие-то, блядь. Ой, блядь, чудо-яйца. Ну да, хант и чудо-яйца. Не объясните, блядь, что с вами не так. Нурик. Притон. Вот этот не притон, а Рипли, блядь, и Тянка. С вами чё? Не заходите пока. Вот, уже можно. Вот как вот это вы можете объяснить? Хант и вар, блядь. Ну блин, я отбегал. Открой книжку свою. Блять, я сейчас ругаться буду. Открой книжку, блять. И найди там такую хуйню, отскок, блять. Отпрыгивание. А не отрыв? Отрыв, отпрыгивание. Отрыв, мне похую. Отрыв, хоть, блять, в космос прыжок. Похуй. Вот эту парашу поставь себе. Сначала тебя притянет. Сначала тебя притянет. Потом повернись спиной, куда надо отбегать. И потом нажми прыжок, и потом нажми отрыв. А там чтоб поворачиваться не надо. Чтоб дальше улететь. Ну он назад летит. Куда спиной повернут, туда летит. Ну.
Так его притянет, он же лицом к боссу. Его лицом тянет к Синдре, ему просто надо прилететь и отпрыгнуть. Ну, может, он нажал в полете, она еще раз потянула, блядь. В полете нельзя нажимать, да. Оно, да, оно просто в КД уйдет, если он в полете. Короче, нажимает. Хант и Чудо-яйца, вы тут первый раз? Нельзя прыжок жать, блядь. Вот он пишет второй раз. Потому что, блядь, прыжок, он все время, блядь, вы механику прыжка, что ли, не знаете, блядь? Ты когда нажимаешь прыжок, ты остаешься на одном и том же месте. И когда только он, ты его заканчиваешь, тогда он заканчивается, ты как будто телепортируешься дальше. Он не, не 8 секунд лететь будет, там 4 секунды каст. Он и допрыгает, и встанет, еще добежит до куда надо. Получается, его притянет, когда он на землю упадет, что сразу оттуда можно поднимать. Идите с ними ножками все время. Не надо прыгать или что-то такое. Если ты прыгнул и остался у тебя на, блядь, где-то там каст прошел до конца, и как будто ты допрыгнул, по тебе ударит сзади. Никогда не прыгайте. Вы это запомните на все. Если что-то не нужно перепрыгнуть, никогда не жмите пробел. Че, что-то новое рассказал, что ли? Сель, ты тут? Вар, для тебя. У тебя есть оборонительная стойка и там вмешательство? Не тяните время, пожалуйста. Уже на рыбку время нет. Ешьте рыбу. Я уже поел, не знаю, чего. Запускаем. Спускайтесь вниз, чего вы там сели. У кого там шумит, дети там? Я этого замутил. Бурябак это был. Бить немножко боковые, я твой. В прошлый раз долго били. РДД, крайние две штуки, левые подбейте. Четвертая глыба уже падает. Блин. Рано, чуть не убили нас. Ну долго бьете, блядь. Не, я имел в виду последнюю справа, блин, там преждевременно еще не упала, уже убили. Фридом под
По танку можно сейчас уже дать, по мордонцу. Там рарник или кто, давайте. Метки вниз. Еще не готово. Угу. На второй фазе глыбы не подносите слишком близко к боссу. Если слишком близко поднесете, то есть такая, то, что стаки будут копиться. Центральный чуть больше урон. Как в десятке был. Танка, блядь. 25-ка та же самая, мы на прошлом ПД так же упали. Или на позапрошлом. Готовимся к притяжке. Готовимся отбегать. Фридом по мордонцу. Последние глыбы. Глаза разуйте, ребята. Совсем нахуй, ну я не понимаю, блядь, почему у вас так, блядь. Булкин, рез и буребак. Все глыбы бьют сначала, быстрее. КД. А. Так, ну тогда давай водикон. Притон СС по грилиту. Ой, блядь, по свитеку притон. Буребака захил. Фаза пошла. Первую звезду и сразу разбиваем. Уже готовы. Уже уходите сразу, да. Он метка пошла. Синтек, синтек. Сразу разбиваем. За каждой глыбой скидываем. Если вы не скидываете, вас следующий склеп убьет. Разбиваем. Следующую туда же ставим. И не бить. Вара захиливаем. Не бить пока. Вар, давай ШВ. Иди меняй. А, иди, в смысле, сбрасывай статику. Вы чё? Звезду? Это отбегайте. Следующую звезду и сразу разбить. Куда я ты? Черепок. Хант, нахуй. Стойте за ним, скидывайте. Следующую звезду. Сельд гим на ХП, давай. Я забрал. Следующую звезду давай. Бежим. Святос. Его захил. Сразу разбиваем. Беда менять. Сельд гейм на маму. Собрал. Звезду и сразу разбить. Стаки, главное, не забываем, скидываем. Так, следующую звезду и не бьем. Так, притяжка будет, ждем. Тянка-ботяра, давай гимн на ХП.
Разбиваем. Так, хант вынес? Не вижу. Не вынес. Молодец. Говна поел. А чё вы все замерзли? Ну все, давай впадать, они хоть живы останутся. Сейчас метка еще одна. А, все, вот. На ступеньки поднимитесь. Чисто засейвили. Чисто засейвили. А что такое? Пиздец. Стрелочка над головой на второй фазе выносить просто вот туда, просто и все. Ничего такого сложного. Видно же, как люди делают. Хан, ты тут? Что у тебя за проблема? Так нахуй тебе стрелочка, у тебя дебаф есть. Где мини-карта? ДБМ орёт там сильно, когда на тебе еще метка. Да он может, что такое ДБМ, не знает нахуй. Хант, у тебя есть мини-карта с направо и наверх, в углу экрана? Есть такая хуйня круглая? Давай, найдешь, будет заебись. Там будешь все смотреть сейчас. Я знаю, что такое ДБМ и дебафы. Так ты можешь в них смотреть, блядь? Или мне тебя в Далран отправить, постоять, блядь? Ты если пришел сюда первый раз, будь добр, сначала посмотри на свой дебаф. Отойди куда надо, потом будешь уже бить. Если нужен будет пьяный ДДшник, который идеально бегает даже на Сидрагосе, зовите. Ну извините, я даже пьяный, блядь, на ней, сука, блядь, заебись бегаю. Она меня в свое время так заебала, блядь. Я до сих пор бегаю на них хорошо. Хант, нахуй, давай, короче, мне твой дамаг не нужен. Смотри на свои дебафы, блядь. На обморожение смотри, спускайтесь вниз, хули вы там сели. Так часы незаметно проходят, когда на ступеньках сидишь. Еще чуть-чуть я стихи буду с вами сочинять, блядь. Ты говоришь, Антоха МС. Я Войд МС, блядь. Да, вот тоже подходит. На войне убивать друг друга. Нет, нужен будет ДДшник, зовите, я тут. Да ща уже, наверное, один трай дадим и все. Готовимся, притяжка. Вот эти три фазы, три взлетки мы бьем, блядь. Цените время людей, блядь. Играйте внимательно. Вот отбегаем. Ставим метки. Кто слепой? Смотрим на звездочку, поставил себя. Стою напротив бомбы. Вот, четыре слепых, блядь, даже звездочку не видят. Четвертая бомба. Ой, блядь, чё у нас по ПССам? Притон КД, да, у тебя? Только у Притона КД, насколько я вижу. Так, Рилли, давай СС на Вадикона. Грилит на Синтека. Ну, быстро двигался, дай на Войда. Потратил вставалку. Сейчас притяжка будет, смотрим. Беги, малышка, беги. Сука. Не поднимай. Пусть лежит. Конечно, пусть лежит, блядь, конечно.
хант нахуй, что-то меняй, блядь, это хуёво. Бери меня, я даже пьяный там заебись. Да все, мы пока бьем. Так, метки вниз. Я надеюсь, вы там бьете метки. Первая бомба упала. Тяжко скоро мы тонемся. Ну что, успеем до той второй фазы, чтобы не взлетел? Сомневаюсь. У меня 6 секунд. Блять, обморожение называется. Я не успею. Господи. То же самое все. Милики, уже уходим. Чудо яйцо. В звезде стоишь. Сразу разбиваем. Не забрал. Следующая звезда. Сейчас звезда. Не бьем. Все, стаки спали. Сейчас притяжка будет скоро. Да. Мак. Вынеси. Блять. Вот, притяжка. Две глыбы вот эти все. Все дамажим. Тянка гимна хп читай. Следующую звезду. Пикси. Я упал. Отводи. Давай, Булкин, Мордон, Саресы. Отводи, Синдру. Фулбаф, каску, лапу, пристабаф по ДК. Пристабаф дала. Метку надо разбивать. Килая на хп читай. Вы, вот куда ты ставишь? Ну, ложитесь, пизду нахуй. Ну типа, как ты представляешь ее повернуть? То есть у тебя получится ее повернуть просто на ровном месте туда? У вас нихуя не получится, это все понятно. Вы ее забрал, она почти на лестнице стояла, я отвел, чтобы она никого не откидывала хвостом чуть-чуть хотя бы. Все, можно заходить. Если босс куда-то двигается, это значит, глыбы не надо прекращать бить.
То есть не нужно останавливаться бить. Надо их также разбивать. И глыбу нужно нести следующую также к серединке модельки босса, чтобы за ней рейд скидывал стаки. А то, что у вас происходит, какой-то, ну, блядь, босс сдвинулся. Так, блядь, на 5 метров босса сдвинешь, и вы все, да? О, я не знаю, что делать, блядь. Совсем понимания нету, что ли, никакого? Ну, двигать босса там не было варианта даже. Потому что там метка еще. Ты начинаешь босса двигать, поворачивая его хвостом к рейду. Он откидывает. Большинство летит в одну сторону и... их вот эта глыба замораживает. Короче, хант Даларан. Ложишься каждый трай, так что поотдыхай лучше в Даларане. Ешьте быстрее, последний трай даем на сегодня. Ну, насчет топа я не знаю, как он там играет в пьяном виде, без понятия вообще. Брать. Бегать умеет. Давай, попробуй. Вот. Вручаюсь за него. Когда с тобой умеет. Сдавал эту в пьяном состоянии. Ты иди нужно, бегать хуже не станет. Только не флуди, пожалуйста, вот. Во время боя. А то здесь каша будет. Подожди. Вон рыба. Баф. Обновляйте баф. Опять не пьяного на Синдри бас. Да. Блять, у меня аж перегаром запахло, ебаный вот. Ой, так всегда. Я так делаю всегда. Быстро двигался. Пошли. Так, у кого есть СС, быстро двигался, да? Ну давай по синтеку. Нету. На тебе он, на тебя он давал. У Притона скоро откатится. 10 секунд. Ну, Притон по синтеку дашь. Готовимся, притяжка. Был СС? Кила я сейчас резну. Днина. Быстрее беги наверх. Беги наверх. Вот так. Да это успею. Там близко было к заморозке. Бодикон, синтека, реснешь. Фулл баф даем. Просто баф дала. Форму оленя там принимайте, бегите. Да, сейчас потяжка будет. Вроде. Новый ДВМ скачать.
кто там СС должен был по синтеку дать, дали? Да. Метки смотрим. Там откатится. Грилит дашь по мордонцу. Ой, для первого откатится. Грилит дашь по этому. Короче, не знаю, по хэпалу дай. Обычно, когда мики кидают глыбок, всегда убивают. Притяжкой сильно много не стакаем, чтобы на притяжке там хуёво не было. Притяжка там секунд 10. После дыхания где-то путаемся. Фридом по мордонцу. Последняя взлетка. Метки ставим. Близко стоите, две метки. Четвертая. Метки разбиваем. Первую звезду и сразу разбиваем. По боссу тут не спешите играть. Главное, скидывайте стаки. Две глыбы быстренько. Весь рейд только глыбы играем. Быстрее зауешить. Следующую туда надо ставить. Я забрал. Что глыбы быстрее? Звезду неси, ушли все оттуда. Иду менять. После притяжки уже. Если глыба стоп. Будет. Забрал. Звезду вы неси. На мне метка. Звезду неси. Звезду я неси. Не блять. Похуй. Не успел отбежать, скорее. Спрятались. Отбегайте. Подам. Дал мне зыбку. Живите. А хули живите, уже все нахуй. В сторону вынеси. Сразу разбиваем все глыбы. И перед боссом, и со стороны разбиваем. Следующую звезду. Где ему сдать на хп? Я забрал. Звезду? Не, я отнесу. А, да, сдавай. Синтек, блять, ты с БРом был, сука. Не, у него же СС. Фулл баф даем. Нормально. По синтеку. Инеры. Ставлю тотем, сельдь гейм на ману. Иду менять. Следующую звезду. Давай, быстро двигался. Забрал. Будет притяжка. Не бейте глыбу сейчас. Туда же отнеси к звезде, не бейте. Вместе с звездой поставь. Отойдите оттуда. Назад, назад отойдите.
Вот, отлично. Отжимок нет. Зубоять можно. После притяжки разобьем. Блин, повезло. Все, разбивайте две глыбы. Одну в сторону. Забрал. Глыба, это, в звезду. Вара захилю. Сразу разбиваем эту глыбу. Дай какой-то ШВ по рейду. У меня КД ШВ я отдавал. Пикси, дай тогда массакру. Звезду. Звезду, да. У нас танк упал. Биг дэмэдж. У тебя не зыбка есть? 9 секунд, 8. Следующую звезду. Тянка, давай гимн на ХП. Потом гимн на ману давай. Че, не разбиваем же? Сейчас притяжка будет, ну. Разобрал. Нет, стоп. Давай к звезде тоже неси, потом разобьем. Отойдите назад. Все, все вот эти глыбы разбивайте, остальные в сторону. И 10 лямов вряд ли убьем. Пикси в сторону, пикси в сторону. Зубы в бэкдэмэджа дала. Не, это не все хватит. Уже. Не убить. Все, можете отдыхать. Да продолжайте, вы че, блядь? У вас честно. Да не надо, глыб... блядь. Я тебе говорю, не убить. Там хпал с глыбой. И один танк. На мне не зыб. На мне стаки. Короче, блядь, падайте. А с чего мы посыпались? Я что-то не заметил. Рано, по-моему, на третьей фазе глыбу били. Меня посыпали. Ну, в смысле, третью надо было, наверное, а не вторую. И таймеры сбились, походу. А то у нас, наверное, каждый раз, как притяжка, две глыбы стоит. Да, наверное, третью надо. Так, сланы, щит надо кому-то. Идите вниз на первый этаж. Покидайте тело, чего вы лежите там. На первом этаже жду вас. Звездочку поставим. Так, люди со шляпы кабана. Наша гильдия ищет РДДшников, особенно магов. Пиздуйте со шляпы кабана и приходите к нам. Так. Защитника надо? Ну а что я, блядь, не сразу говорю, что ли, блядь? Топа глава гильдии. Нет, я правду сказал, блядь. Не, предлагать можно, но дальше уже сами будут решать. Ну ты как-то в грубом виде. Чё с рука падала? Короче, щит кому надо, этот, Бурябай, тебе надо? У тебя спек есть? Или вар? Сурка. Я сказал, сурка. Как и есть, блять, они в грубом виде, блять. Сурка говно там попадало с духом и два токена или что-то. Так, Бурябай, тебе не надо щит, запах, да? Не существует, сурка. Особенно маги и локи. Короче, это... Раздупляйтесь быстрее. Так, я там линковал защитника. Он кому-то надо? И покоритель второй сланы. Вар, тебе надо этот самый? Короче, вы как будто это... Пиздец. Ни ответа, ни привета, блядь. Второй синтеку отдам. Так он хочет. Курику уже давали. Почти одни те же люди. Ебэшу. Падаем, блин. Это пиздец. За 8 боссов. Так, вот эти тапки на танка. Ну, тапки надо. Так, что у нас? Мордонцу. Мордонец. Танк. Кольцо сразу на танка надо кому-то? Вот это вот. Если мордонцу надо, ему отдам. Сейчас я это... Разберемся с роллом, закину всех заменных, кину ЕП. Могу пока это. Если я офтус ЕП начислится, да?
Будь в рейде, да. Главное, не выходи рейда, из рейда. Левай, да. Да, все, спасибо. Да. Спасибо всем за рейд, давайте. Всего доброго, ребят. Так, ну, один ДС давайте разрулим, кивая с нуликом. Нитянка, ботяра, кивая с нуриком, блядь. Так, нурику. И эти боешки. Давай еще одну боешку разрулим. Вот это вот. Че, на всех тогда все ролим. А эти по одной раскину. Так, кто там выиграл? Рили или кто-то? Рили, да? Вроде. Мне что-то не всех показывает. Да, Рили 85 кинул больше всех. Так, Рили, давай. Так, Хан, где? Так, Килай, где ты? Так, Рудак. Так, Нурик. Все, чилим. Завтра приходим. Рарняк. Сколько из убитых нами боссов эти?